CRM именно по классической английской технологии, то есть чем она отличается? Это большие галочки должны быть. Это должно быть после того, как он спрессовался, его панглей, на него наносят топленый свиной сало. После этого его оборачивают тканью, и так несколько слоев. Для того, чтобы та плесень, которая растет на головке, внутрь не проходила. Мы в Татарстане адаптировали, мы свиной сало не используем, мы используем топленое сливочное масло. Вот он так зреет, он минимум должен зреть хотя бы 6 месяцев для того, чтобы... Он уже обернут тоже? Да. Марля не используется? Что-то я видел, марля. Какие-то в марлю заворачивают. Это не совсем марля, называется он ткань ситец. Ситец, да? Да. То есть это натуральная ткань. Угу. Вот. И, ну, хлопка в основном. Да, и вот этот, именно этот метод созревания нам позволяет уменьшить процесс сушки. Угу. Везде висят карты по перевороту, по созреванию, да, и так далее. Да. Это нужно каждый, там, не знаю, день проходить, смотреть, или это где-то в другом месте тоже, если поминать, пойти и перевернуть такую. Каждый день мы проходим с помощниками, и я показываю, что надо делать, потому что невозможно прописать карту на полгода вперед. Разные условия созревания или это? Разные условия созревания. Всегда, каждый сыр всегда разный. Живота. Да. Молоко не бывает одинаковым, сыр не бывает одинаковым, всегда разным. Я так понимаю, в бакалейном отделе гастронома не встретить ваших сыров, это все эксклюзив. К сожалению, пока нет, но, может быть, и к счастью, потому что та наценка, которая на сегодняшний день, то есть минимальная наценка крупного супермаркета, это порядка 60%, она невозможна. То есть наш сыр, если наша цена средняя, ну не средняя, то есть взять гауэр, вот она стоит 1200 рублей, базовая цена наша розничная, то, ну, хорошо, там мы дадим скидку за объем, пропускать. За 1800-2000 никто не купит, грубо говоря. Да. Нет смысла. Вот, после того, как он созрел, мы его... Да ладно, Спасите, потеплее. Это фасовочное. Здесь сыр нарезается. Нарезаем. Ручная нарезка, обертка. Нет, обертка не происходит. Здесь взвешивание. Здесь вакуумация. То есть сыр вакуумируется в пакетиках и после этого. Это маркировка, наверное. Маркировка, да. И после этого сыр хранится по камере хранения уже 6 градусов. Там уже холоднее. Да, смотрите, 6 градусов. Температура должна быть. Ну, принято, что до 6 градусов бактерии не растут. Ну, вот имеется в виду, те, которые мы добавляем. То есть процесс созревания останавливается. Для меня всегда волшебный процесс был нарезки проволокой масла в магазинах советских. И вот это восхитительно. Это пришлось покупать в Штатах. К сожалению, обалдеть. У нас в России никто это не делает. Обалдеть. Но полистирол, наверное, какой-нибудь. Это стоит таких непонятных денег. Но это очень сильно упрощает процесс. То есть здесь это уже... Если мы раньше вот взяли наш нож, купили обычный нож и сделали для него ручку да, чтобы давить. То для того, чтобы нарезать сыр, приходилось мужчин привлекать, то сейчас это делают девушки. То есть вот есть там специальный такой коготь. То есть сначала делается надрез. Насечка, да, и после этого уже... В надрез вставляется проволока. Да. И можно, потянув к низу, там это... Да. Две женщины, в общем, падают здесь на пилитаж. Не-не-не, это же не пилить. Она же нажатием. Там проволока закреплена, я так понимаю. И здесь просто тянешь на себя и вниз. Мы ставим и вот так перетягиваем. Чик и вперед. Интересно, сколько сыроваров купят такую штуку, если я сделал? Сколько купят? Ну, вопрос цены. То есть вот это стоит, это профессиональный вариант. Она стоит $800. Скажем, непрофессиональный вариант стоит порядка $300-400. Я думаю, что на всех выставках, когда ты вот это делаешь... Специальной канавкой для этого. В магазине там, Маш, иди сюда, масло порежем. Одна встает с одного конца, другая с другого и тащит за эту проволоку, режет огромный вот этот кусок масла. Вот этот производитель, компания Боск, Голландия, он производит именно вилки и ножи для сыра. Все, после этого вот мы упаковываем наши ящики, то есть и у нас продукт уходит. Поток завершен. Пойдемте пробовать. Красота. Я сейчас вам